Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 12 января 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе, в Одесской области прошла абсолютно спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Обстановка спокойная. В нашем регионе спокойная была, спокойная остается. Вот единственное, что у нас сегодня с самого утра очень сильный ветер, прям шквальный, в плане погодных условий. Светит солнце, но сильный ветер. И морозец. Зима в Одессе продолжается. Вроде бы как с понедельника уже должна быть, наверное, плюсовая температура. Хотя там же дело идет к крещению, и возможно будут продолжаться морозы. Ладно, я на связи. Будет обновляться информация, буду сообщать. Всем мирного неба, всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.